Пиво открыть не хочешь? Хочу. Тара-бара-бара-ба, да? Не берите это никогда. Это сковородка из фикс-прайса, которую я очень-очень надеялась, что она мне сослужит хотя бы месячишка. Вот так она выглядит после первой попытки поджарить в ней блины. К сожалению, это непригодная штука, и пригодна она разве только что, может быть, для какой-то бутафории или для какого-то оформления. Все. Все остальное, простите, извините, ребята, это не серьезно. И я налила масло, вот у меня поинтересовались, типа, может, и без масла делала? Нет, я налила масло, я закинула туда блин, а вот эти черточки, вот эти вот, это я пыталась лопаточкой деревянной перевернуть блин. Ну, а это я пыталась ее помыть обычной губкой, такой для мытья посуды. То есть это непригодно, не берите это. И очень хотелось бы понять политику фикс-прайса относительно вот этой вот посуды, которая, ну, вы знаете, еще немного, и все будет хорошо, потому что я помню, которые пару лет назад там были сковородки, там вообще печаль, беда была. Но вот сейчас я не понимаю, за что я заплатила 100 рублей. Может быть, я что-нибудь на ней нарисую, там наклею какой-нибудь принт и повешу просто для красоты на кухне максимум. Все.